Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня я покажу вам устранение неисправности в цепях управления или в оперативных цепях, кому как удобнее, на одном из фидеров. В общем, это автомат оперативных цепей, Этимат с номиналом 10 ампер. Суть неисправности заключается в том, что его стало выбивать. Вначале выбило один раз, потом повторно выбило через 5 часов. И сейчас вот такая у нас ситуация. Вот, его выбивает. Где-то у нас на нагрузке имеется короткое замыкание. Сейчас мы будем это самое короткое замыкание искать. Схема оперативных цепей. Вот наш автомат двухполюсный установлен, и от него питается оперативные цепи. Схема здесь достаточно простая. Ключ управления выключателем через катушку КП. Дальше лампа положения выключателя. Реле контроля включения. Здесь цепочка ВР, но сейчас мы ее исключим сразу из схемы с помощью ключа. И дальше у нас ключ управления на отключение. Это у нас отключающая катушка. Лампа положения выключателя красная. Здесь была, соответственно, зеленая. И защита, то есть МТЗ 1РТ, 2РТ реле через выдержку времени, через блинкер максимально токовой защиты и на отключение. В общем, вот такая вот простенькая схема, где нам необходимо найти короткое замыкание, в каком месте у нас плюс с минусом, то есть 101 кончик и 102 кончик где-то соединяются. Это у нас шкаф оперативных цепей, и вот наш кабель уходит в кабельный канал на ячейку. Вот наш фидер, наше присоединение. Это секция сборных шин. Вот наше реле максимальной токовой защиты на базе РТ-40, 1РТ, 2РТ. Вот реле времени у нас, МТЗ, блинкер максимальной защиты. Это у нас ключ управления и лампы положения выключателя. Рукоятки разъединителей. И сам клеммик вторичной коммутации. Это у нас выключатель высоковольтный ВМГ-133. Два трансформатора тока. Фазе А и С. Кстати, про этот выключатель и про контроль уровня масла я не так давно вам рассказывал. Здесь, в общем, аналогичный выключатель. Ну и привод. Электромагнитный привод P11. В общем, вот сюда у нас приходит наш питающий кабель. Вот у нас эти жилки. То есть вот у нас 101 коричневый и 102 черный. Вот. Сейчас в первую очередь я попробую отбросить и проверить включение автомата. Вот я плюс-минус 101-102 отбросил. Сейчас буду включать автомат. То есть проверим, где у нас короткое замыкание либо в питающем кабеле, либо непосредственно в схеме. Вот наш автомат. Еще раз пробуем. Оп. Выбивает. Плюс-минус. Делаем вывод, что короткое замыкание, ну, либо большая утечка, находится именно в питающем кабеле. Хотя кабель у нас новый, и мы его не так давно прокладывали. Так, давайте кабель я сейчас отбросил и попробуем снова включить автомат. Вдруг это неисправность, ну, какая-нибудь внутренняя неисправность данного автомата. Автомат не срабатывает, держит. То есть к автомату, в принципе, претензий нет. Ну а сейчас с помощью мигометра проверим сопротивление изоляции между этих двух жил. Вот я подключился на наш питающий кабель 101-102. И проверяем сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции 0. То есть у нас шкала мегаома верхняя
Вот. И показывает 0. Давайте проверим мегометр. Вот, закоротил две жилки. Он показывает 0. Давайте разомкнем. Изоляция. Проверил сопротивление изоляции питающего кабеля по отношению к земле. Обе жилы показывают сопротивление изоляции 0. Ну вот, смотрите. Сейчас у нас здесь одна жилка подключена. Вот. Крутим на землю 0. Переключаем вторую. Включил на землю 0. Здесь получается у нас сопротивление изоляции на землю 0. Соответственно, собирается цепочка плюс, земля минус. И что приводит к срабатыванию нашего автомата. В общем, что у нас получается? Автомат у нас исправлен. В самой схеме оперативной цепей короткого замыкания по полюсу плюс-минус нету. Получается у нас неисправность в питающем кабеле от автомата до клемника. Как вы видите, в этом кабеле еще есть две резервные жилы. Вот желто-зеленая и белая. Я проверил сопротивление изоляции этих жил. Они у нас живые. Вот смотрите. 30 мегаом. Давайте другую жилу. Также 30 мегаом. Давайте между собой. Между собой тоже изоляция. 50 мегаом. Вот сейчас нарастает. 200. Так, ну проверил сопротивление изоляции между каждыми жилами в кабеле. То есть кабель у нас четырехжильный. КВВГ 4/2,5. В общем, две жилы у нас используются как питание плюс-минус оперативных цепей. А вторые две жилы нормально закрытый контакт автомата. То есть при отключении автомата у нас выдается сигнал в телемеханику. Вот эти как раз две жилы и идут с блока контакта автомата сюда в схему. Вот нормально закрытый блок контакта автомата. При его отключении выдается сигнал в телемеханику. И дальше здесь еще есть дополнительное реле контроля выключателя через его КСА. Ну вот реле я показывал, да, здесь вот оно. Это у нас как бы наименее значимые цепи, а питание оперативных цепей наиболее значимые, соответственно. Поэтому я сейчас что делаю? Я сейчас произведу замену этих двух цепей. То есть вот эти две жилки, желтую и белую, я заведу как оперативное питание. А неисправные жилы с землей, я их пока оставлю. То есть я их подключать на положение в телемеханику не буду. Я сейчас поменял местами 101 и 102 с этими двумя жилками, да, СВ-12-2 и СВ-32. А их использую на питание, а те больные жилы я их сюда применять не буду, потому что если я их сейчас сюда подключу, да, здесь напряжение низкое, всего 60 вольт, но если я их сюда подключу, то у нас будет утечка по 60 вольтам, это раз, и второе, у нас всегда будет висеть сигнал, как будто у нас автомат отключен, потому что они, те две жилы, через землю соединены. То есть замыкаются, соответственно, будет имитация, как будто у нас автомат отключен. Я их пока не задействую. Коль есть уже повреждение в кабеле, да к тому же еще и в новом, это надо будет здесь скрывать панели и смотреть, где-то может кабель пережат немножко, где-то может что-то образовалось, где-то есть какое-то может быть видимое повреждение. Если ничего видимого не найдем, да и в любом случае кабель подлежит замене. То есть я делаю сейчас, восстанавливаю схему для временной подачи напряжения в оперативную цепь, чтобы у нас была защита на этом фидере, было управление на этом фидере и так далее. Жилки поменял, белый стал плюсом 101, а желто-зеленый стал минусом 102. Вот здесь я их, соответственно, тоже переподключил. Вот они у нас. Вот у нас плюс. Вот у нас
минус. То есть вот у нас 101, вот у нас 102. Так, ну что, пробуем включать. Автомат включил. Пока ничего не выбивает. Давайте посмотрим на ячейку. Вот у нас горит зеленая лампа, то есть выключатель у нас отключен. Отлично. Вон свечки вышли из бачка. И автомат у нас не выбивает. То есть все у нас держится. Так что пока все остается вот таким образом. В общем, вот получилось такое небольшое видео про неисправность в оперативных цепях. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то непонятно, то спрашивайте. Я всем отвечу по мере возможности в комментариях. Ну а кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!